Друзья, устали от разборов и гайдов, тактики и техник? Подписывайтесь на развлекательный канал Mobile Legends OMG. Здесь присутствуют тонны фана и позитива. Это отечественный канал с понятным юмором. Контент посвящен смешным моментам и фейлам. Также собраны подборки Savage Maniac и просто интересные катки. Если у вас есть такие моменты, можете смело отправлять на этот канал и попадете в видео. Ссылка в описании. Мур, привет, друзья, с вами Зверько, а это новостной выпуск обновления 1.3.40. Хочу напомнить тем, кто пропускает новостные выпуски, лесным предметам убрали штраф, и теперь можно их снова безбоязненно покупать. На тестовый добавили героя Фарамиса, его обзор сможете найти на моем канале, как и обзор изменений навыков на невышедшего героя Баданга. Баданга ожидаем уже в январе. Вейл, ульта, теперь наносит урон один раз, ранее била два раза. Ульта, смерть. Увеличили срез магической защиты противника на 5 единиц, теперь 15, 25, 35. Ульта контроль, наносит урон единожды. Также изменили эффекты скиллов, будет в отдельном коротком видео. Ожидаем Вейла в конце января, но опять же не факт. Ханзо, исправляют баги, когда демон не мог вернуться в тело. Я думаю, они будут долго допиливать напильником эту механику. Улучшили отображение связи демона с телом, теперь по линии легче найти тело для врага. Харит, тут сложно будет, если вы не следите за новостями. Второй навык. После прыжка и удара КД будет восстанавливаться на 4 секунды. В прошлом обновлении 1.3.38 обрезали до 3 секунд. В общем, теперь будет как на основном сервере. А вот в ульте уменьшили время сокращения КД для второго навыка, теперь будет 3 секунды вместо 4. Если кто не понял, второй навык не стали резать, лишь его эффект применения в ульте, чтобы Харит меньше имбовал ультой. Кадита. Увеличили реген хп до 161, было 150. Это ей пойдет на пользу. Сан. Пассивка. Теперь клоны и настоящий Сан не складывают свою пассивку. Сейчас на основном сервере Сан и два клона снижали физическую защиту на 119 единиц автоатакой, а теперь будет лишь на 40. Вот за что? Только что его сделали играбельным, как очередная подлянка. Что он им сделал? Ханаби. Исправили баг, когда Ханаби убегала от собственной маны, призванной кунаем. И опять колдуют с вампиризмом. Будет 8% плюс 2% за уровень, а было 3% плюс 2%. Поясняю. Вообще было 25% вампиризма при максимальном уровне, потом убавили до 15%, это сейчас на основном сервере. И собираются поднять показатель до 20% вампиризма на максимальном уровне навыка. Притом первый уровень будет давать сразу 10% вампиризма. Алукард. Пассивка. Там такое понаписано, что лучше скажу своими словами. Теперь сила удара пассивкой, а это удар после навыка, будет возрастать, если цель ближе к Алукарду. Чем ближе, тем выше бонус, но он не настолько высок, чтобы это сказывалось существенно в ранней игре. 125 издали и 131 урона вблизи, на третьем уровне. Опять же я заметил баг, если вы стоите ровно в точке, где противник, урон не увеличивается. Но какой-никакой абаф. Чу, пассивка. Добавили бонус к урону, теперь 200%, но отобрали шанс крита, теперь он не критует этим уроном. А вы говорили гайд, гайд, все еще меняют персонажа. Зилонг. Пофиксили баг отображения первого навыка. Харли. Исправлена ошибка, когда ульта наносила урон по люнокс, превратившуюся в шар своей ультой. Изменения на поле боя. Из важного. Первой башне на линии добавили хп, теперь там 4200 хп. Ранее было 3600. На этом все, друзья. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на канал и помните, пропуская новости, отрастают клешни. Всем пока!